Что такое спорт? Спорт – это когда человек занимается. Спорт – это когда вы что-то делаете спортивное. Это, например, бегаете и поднимаете гантели, и бег на месте. Вот так. Спорт – это когда люди занимаются. Понятно, что делает человека быстрее, либо сильнее. Спорт, чтобы заниматься. Поднимают гантели и через жёлтые гири. Какие виды спорта ты знаешь? Бегать, игать, скакалки. И поднимать вот такой гантель с размером слона. Я звучу. Футбол, хоккей, волейбол, баскетбол. Гимнастика. Бокс. Бадминтон. Гимнастика тоже. Так, что там еще? Футбол, теннис. Бегать, на коньках кататься, на футболе, на хоккее, кататься на роликах, кататься на велосипеде. Каким видом спорта тебе нравится заниматься? Мне нравится заниматься видом спорта гимнастикой, потому что там можно научиться много всему и даже садиться в шпагат научиться можно. Мне поднимать гантели, но я еще боюсь это делать, поднимать гантели, но поднимаю очень маленькие гантели. Ну, гимнастика. А почему? Потому что растягиваешь тело, воздушно, это очень классно. Делать не ложки тоже уже как бы на занятии гимнастики хорошо. Поднимать гантели. Я не очень люблю спорт. Почему? Я не люблю спорт даже. Почему? Потому. Футбол не люблю играть. Угу. Когда выгоню вот так, снова улетел, Дима не догонит. Футбол. Почему? Потому что там не надо ничего подкидывать, просто мяч пнешь и все. Поднимают гири тяжелые. Что, тяжело? Ну, мне не трудно.